Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф и обсудим новый влог. Выбрали средства передвижения для всей семьи, побывали в мини-зоопарке. Я когда прочитала название ребят, я что-то, знаете, подумала, что сарафан решил э, прикупить себе новую машину. И уралочку раскрутил на новую тачку. Но ну, покупкой машины там, собственно, и не пахло. Собрались, значит, наша троица, хотела сказать, парочка э, в парк развлечений. Ну, это как комплекс, да, развлекательный комплекс. Называется уктус или уктус. В общем, я не знаю, как правильно ставить ударение. Ну и якобы в начале Уралка сказала, что едем смотреть хаски. И говорит, я, говорит, сказала Абдугани, что мы якобы едем смотреть э, хаски. И Абдугани прям аж как вздрогнул, э, что якобы щеночка будем покупать. Уралочка говорит, нет, и потом, значит, говорит, что ему так хочется щеночка или котеночка, чтобы вот ухаживать. Интересно, а зачем котеночек, если есть Дуня? Как-то странно, правда? Есть Дуня, а ему захотелось котеночка. Ухаживать за Дуней или щенка. Ну и Сарафан тоже, опять же, так странно сказал, что потом тяжело расставаться. А что расставаться-то? Чего тяжело расставаться-то? Это расставаться в каком плане? Знаете, это, по-моему, доказывает, опять же, что сарафан с уралкой не живет. И, возможно, хотелось обдуганить собачку или котенка, который жил бы с ним и с сарафаном. Но я лично так все это дело восприняла. Ну и, значит, приехали они к комплексу там, значит, было написано и ледниковый период, ну, там, значит, и всякие там фигуры рычащие, кричащие, это выставка. И дальше Уралка там уже завопела, что надо идти за белое здание куда-то туда, и там будет якобы какой-то там клуб хаски, или как там называется, но так они и не дошли. Походили, побродили они Опять же, по мини-зоопарку посмотрели э, эти фигуры рычащие, кричащие. И вы знаете, что я заметила? Когда Уралка ходила, значит, ездили они э, получать группу инвалидности, Уралка была с клюкой. И, слушайте, тяжело ей было из машины дойти до здания. Да, нужна была срочным образом палочка так тяжело, так тяжело. А здесь прям какое-то чудное исцеление. Никакая палка не нужна, Уралка шагала только так без палки. Причем в горочку нужно было подниматься. И что-то как-то нормально. Вы видели, какое расстояние она там находила? Причем по снегу. Но мы с вами уже наподобие этого видео видели их поездку в зоопарк, когда они с зиговальщиками ездили, помните? На сей раз оказались Уралка с сарафаном жадные и не прикупили корм для животных. И я как посмотрела, как эти бедные несчастные зайчики подбежали к Уралке с сарафаном в надежде, что те хоть что-то им дадут, но нет нет, ничего им никто не дал. Кстати, опять же была показуха, когда Сарафан деньги у Уралки в сумке хотел взять. И Уралка так гордо, что якобы деньги у кого же они должны быть? И вы знаете, ну, понятное дело, что у Сарафана деньги всегда. Это понятно. Но здесь, возможно, где-то свое портмоне к ней закинул, чтобы в карман не засовывать или еще что-то, да. Но это было настолько унизительно для него, когда Уралка сказала, что а у кого же они должны быть? И я, ребят, сразу вспоминаю тот видос, где Уралочка прям чуть ли не плакала и рассказывала, что когда ее покойный муж приносил зарплату, он всю отдавал Уралочке. А Сарафан так не поступает. Он тогда аж разозлился. Я часто вспоминаю этот момент, который связан с деньгами. И для Уралочки не особо приятный, да? А сейчас такая деловая показушница решила очередной раз унизит своего любимого мужа. Короче, уралка, как всегда, да, как будто из пещеры вылезла, как будто никогда не была, кроме как с сафаром в зоопарке, ходила, для нее все было как будто в первый раз. Знаете, ведет она себя вот просто как дитя какое-то. Дете, которое никогда в жизни ничего не видела. На самом деле, а что она могла видеть? Кроме булки с кетчупом, э, сладостей, выпечки. Ну, правда же, ребят, кроме жрачки, что она в детстве видела? Она же не вспоминает никогда, как она там с мамой в цирке была. Или с мамой в зоопарке была, или мама ее там возила в какой-то э, центр, да, развлекательный. Я не думаю, что этого всего не было. Что-то, да, было интересное, что можно вспомнить, да, ну цирк-то точно был. Но уралочка никогда не вспоминает таких вот интересных моментов из детства, потому что она только сидела и ела, и бока себе наедала, да. Поэтому она и сейчас ведет себя как дитё, которое никогда в жизни ничего не видела. Абдугани держался как-то подальше <сёк> и было заметно, видать, не хотелось ему, чтобы мачеха его снимала. И он постоянно где-то в сторонке, подальше от них. А Уралка возле каждой клетки, возле каждого домика останавливалась. Съемки, конечно, были ужасные, потому что отсвечивало стекло и все охало там, ахало, то «Ой, статуя, как статуи, посмотрите, ой, а это чё? Ой, а это чё?» И даже прочитать не могла. Читала по слогам, и это такое позорище, просто ужас. Ну и, естественно, до Хаски они не добрели. Уселись где-то кто на чем, кто на мешках, и Сарафану уж больно приглянулись эти мешки. Ну и получается, чтобы добрести до Хаски, там нужно было еще достаточно много пройти. Но ну, а у бабы Оли ноги устали. Итак, слушайте, сколько прошла, сколько находила, набродила, да, прям исцеление получила. Ну и Хаски тут же отменили и решили вернуться назад, приговаривая, что вон... Там еще якобы на эти фигуры надо посмотреть, да, э, ледниковый период. И там уже якобы то ли заплатили, то ли что, и отправились туда. На самом деле, ребят, вот эти вот фигуры, да, которые они смотрели, э, зверей рычащих и коричащих, ну, мне кажется, рассчитаны на детей до лет 8, может. Ну а здесь Абдугани было так интересно, я заметила, что он с таким удовольствием смотрел, и это ему 12 лет. Вы знаете, судя по тому, какие игрушки он просит и что его интересует, то здесь можно даже не удивляться. Я думаю, что это потому, что когда жил он в Таджикистане, ничего он подобного не видел, и игрушек у него толком не было, про телефон я вообще молчу, и поэтому его интересует все достаточно детское, на наш взгляд, да. Ну, я думаю, пройдет какое-то время, все это он увидит, уже рассмотрит, и, может быть, каким-то образом он все же повзрослеет. Потому что, ну, вот для нас кажется, да, что вот это действительно странно, это как-то даже смешно, чтобы 12-летний мальчишка интересовался тем, чем интересуются вообще дошкольники. Значит, Уралка уже стояла и подгоняла. И Сарафан тоже толком даже не дал Абдугани посмотреть на эти рычащие, кричащие фигуры зверей. И все время что-то там бубнело, стояло далеко от них. Ну и Сарафан подгонял, пошли. Оля устала, Оли ноги болят. И я, вы знаете, задумалась, а что было тащить Уралку с собой? Вот нафига она нужна была? Вот сидела бы дома, Пусть бы отец с сыном развлекались, и до да, Хаски бы добрели, и покатались бы на лыжах, но там деньги нужно платить, да? И за лыжи, и за всякие там бублики, хотя у них есть свой, и лыжи есть. Называется «Поехали, да, поразвлекаться». Лыжи в школе, бублик не подготовили, бублик говорю и сама смеюсь. Вот, и получается, что им лишь бы походить и лишь бы хоть что-то поснимать от балды. Будет это интересно, Абдугани или нет. И Уралку он тащил, оказывается, неспроста. Потому что дальше уже в конце они приперлись в бар. И Уралка даже. И она даже исправила себя, говорит, что ну это э, возможно как бар. Ну и когда они отъезжали от комплекса, Сарафан попил горячий чай, и якобы уже что-то он там сказал, что жрать охота или что. И я, ребят, представила, вот они целый день на воздухе, да, на свежем воздухе ходили, бродили, и я думаю, что аппетит они нагуляли конкретный. И думаю, что голодные они пипец какие. Как представила я их в этом баре, Хотя я не знаю, что в этом баре там из э, еды есть, и вообще, что это за бар, в который они приперлись. И как представила, что они руками хватают и едят, мне аж поплохело. Ну, ладно, может быть, нам покажут посиделки в ресторане, баре или куда там они приперлись. Ну и зачитаю комментарии под которым стоит 163 лайка. И этот комментарий как раз-таки относительно сарафана, что сарафан раб. Мужик не бухает, а деньги только у Ольги. Сафар раб? Почему у него нет денег? Ну надо же, Ольга доверила Абдугани нести ее торбу. А кошелек в карман положила, наверное. Капец просто, высокие отношения. Как же Сафар кольцо подарил, если у него нет денег? С письменного разрешения Ольги, тогда не надо говорить, что муж подарил кольцо. Ольга сама себе сделала подарок. Понимаете, вот они сами запутываются в своих показаниях. Полетут то одно, то другое. Но здесь реально Уралка выставила Сарафана и правда альфонсом, который не имеет возможности иметь даже копейку. И все деньги находятся у Уралочки. Я понимаю, что хотелось якобы просто устроить показуху, да, что Уралка там главная у них в семье. Но это так низко для Сафара, при том, что он таджик, и при том, что он еще и дома там гребет, якобы убирает и дачу гребет у Уралочки, да, а тут еще и денег личных не имеет. Получается, что теперь Уралочка сарафана повела в бар. Ну, деньги же все у нее. Вот дела. Называется, муж пригласил в бар. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.